наконец-то у меня дошли руки для того, чтобы снять вторую часть, посвященную обзору. Сука. Посвященную обзору наушников Ньюби, заказанных на Алиэкспрессе всего за что-то там 800 рублей с копейками. Итак, в первом видео я делал распаковку, просто показывал вам их поближе. Как выяснилось, за 800 рублей наушники вполне себе достойного и приемлемого качества. Вы можете посмотреть, если кто не видел, ну и как бы мои впечатления спустя уже, ну, несколько месяцев, это точно. Всякие там органы управления в виде вот этих вот кнопочек на правом ухе, все еще функционирует отлично. При этом я попадал несколько раз под дождь в этих наушниках, под такой неслабый, вот. Амбушюрки все еще целые, все еще мягкие. Значит, как писал один чувак там в комментах к предыдущему видео, что, мол, пластиковая тушка сломалась чуть ли там не в первый день. Как бы, не знаю, ну, она может и пластиковая, но у меня ничего не сломалось, хотя я и ронял их, и садился как бы разочек на них. И здесь есть вот такая металлическая проставка, да, сама вот эта вот часть, она, возможно, выполнена целиком из пластика, не знаю, если там внутри какие-то вставки металлические, но, вопреки всем уверениям, они до сих пор работают. Ну, теперь, что касательно их работы. Звук за эти деньги вполне себе приемлемый, конечно, вы не получите, блин, классных низов и четких верхов и все такое, но слушать их вполне можно не длительное время. Вот это во-первых. Во-вторых, конечно, зная, что они не знал бы я тогда, обратил бы внимание на то, что они не поддерживают APTX протокол, никогда бы в жизни не купил, потому что, честно говоря, разговаривать по нему это просто вообще ад, сука. Вы слышите голос, как будто он, я не знаю, под водой или в жопе в какой-то, и вас слышат через них точно так же. То есть, как вы используете эту гарнитуру в качестве разговорной, увы, у вас не получится, хотя я как бы приобретал ее и, конечно же, и с этой целью. Так, что еще сказать по поводу? По поводу заряда. Заряд, вот просто мне одного заряда хватает, ну, на неделю я музыку практически не выключаю. Ну, то есть, обещанные там 40 часов, они по-любому выхаживают, даже на полной громкости. Вот, ну, что очень круто для наушников за 800 рублей, согласились. Честно говоря, NFC я не пробовал, потому что не на чем. Касательно Bluetooth 4.1, все, мультипоинт отлично работает, отлично присоединяется к нескольким устройствам. То есть у меня гарнитура частенько подключена одновременно и к компу, и к телефону. Вот. Ну и все, на этом, пожалуй, все. Так что можете заказывать. Вполне себе отличные наушники, держатся, ничего не разболталось. Единственный, конечно, еще недостаток — это то, что они, ну, сука, слишком плотно, ну, давить на уши. Конечно, не очень комфортно, прям часами в них не посидишь, но, наверное, никто не собирается, потому что мы все прекрасно понимаем, что это не премиум класс там, или даже не какой-то там средний ценовой сегмент, но круто, я доволен, что я могу сказать, господа. Всем спасибо за просмотр.